соответствии с планом по проведению мероприятий по информационной деятельности службы занятости населения в 2018 году Министерством труда и социальной политики Тувы в третьей декаде марта планируется проведение конкурсного отбора бизнес-планов безработных граждан и работодателей, трудоустраивающих многодетных родителей. В настоящее время на муниципальном уровне совместно с центрами занятости населения проводится работа по формированию документов и отбор кандидатов для участия в республиканском конкурсе. По его итогам, для развития предпринимательской деятельности безработным гражданам и создания дополнительного рабочего места работодателям предоставляется господдержка в размере более 100 000 рублей.